Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Геснадий, Диман, а также Юрка, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это эксперимент, связанный с прыжком через всю карту GTA 5! Здоровки, народ! Да, ребята, получается, у нас немножечко прыжок изменил свое местоположение, а также немножечко его доработал, ну и, собственно говоря, сегодня будем летать вообще в другом направлении. Ну и, конечно же, приземляться в других местах, поэтому интересно будет посмотреть, куда. В общем-то, ребята, обязательно проверьте подписочку, а также колокольчик, потому что ежедневно у меня на канале выходит аж два ролика. Для того, чтобы не упустить эти ролики, должны стоять все уведомления, поэтому у кого не стоит, обязательно проверьте колокольчик. А мы начинаем! У нас по первому раунду будет все одна машина. Волга. Чит Волга. Чит Волга сразу сходу. У тебя что? Энза. Энза, да? Ну, Энза, по-моему, летает даже лучше, чем Чит Волга, но мы это проверим. Фразы? И вроде бы когда? 1200. 1300. 1400. 1450. Я выпрыгнул, братан. Просто... Ю-ху! А мы будем в Мейсбанк арену. А точнее, в башню Мейсбанка падать, ребята. Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Ну, а мы не долетаем, честно говоря, туда, потому что у нас магистраль. А ты куда приземлился? Ну, в гетто прям. В гетто. Прикольненько, ребята. Ну, в общем-то, мягко говоря, новенькие у нас локации. И эти новенькие локации нас радуют. Собственно, ну, ладно, мой первый балл, я думаю, что это не будет засчитан как экстра балл, потому что тачки полетят явно дальше. Ну, я очень надеюсь на это. Поэтому спавним я 3 тачки, ты уже 2 тачки и... Давай. А, мне ничего не спавнится. Нифига себе, тебе заспавнилось. Так, это мы не считаем байки. Используем только аддоны. Форд. Это хрень. Хрень. Можно мне, пожалуйста, хорошую М3? Ну, такое себе. Честно говоря, я даже не знаю, что лучше взять. Вот это 182, а у Мустанга 199. Короче, беру тогда я Мустанг. И поэтому, братан, сейчас проверим мы нитро. Нитро есть? Ты готов? Да, давай. Давай, погнали тогда. Хотелось бы, конечно, выиграть все раунды, потому что, ребята, прыжки, прыжки это круто, прыжки это кайф, кому нравятся прыжки, обязательно пишите хэштег прыжки, живите, потому что, как вы заметили, прыжков стало все меньше, потому что я думаю вообще убрать эту рубрику с канала, поэтому я думаю, знаете, что сделать, да? Если нравится, если хотите, чтобы была почаще, то комментарии почитаю и отвечу. Давайте посмотрим за юбкой. Просто жестко, видишь? Ну, я посмотрю, а, вижу, ну, хоть как-то прыгни. Ой, да ладно, ты... Ты меня перелетаешь, походу. Кстати, я на самом деле приземлился на это здание, которое универмаг. Видишь, синенькое такое, не, под дальше, тобой. Не, а, я прям на заправку дальше лечу, смотри. Сейчас взорвешься, да, нет? Ну не, не долетишь, не долетишь. Нет, ну хотя бы нитро запал. Блин, ребята, Рубикон, или да, это, по-моему, Рубикон обогнал меня. Он не едет, он крутит прям, у него задняя ось поднимает. Понимаю, ладно. Второй раунд, все-таки Юрка отыграл, у него 1 балл, и того 1-1, а мы переходим к спауну следующих тачек на 3-й раунд. Это что такое? Обычное. Спауним. Да, вроде бы, да. Да, это обычный, там шильдик был обычный. Камарос! Вот это мне нравится, пацаны. Вот это просто все. Я выиграл, пацаны. Стрик мой. Porsche, который особо не летает. Короче, выбирай там, чисти, потому что мне будет очень сложно удерживать Камарос. И если вы знаете, ребята, почему, я думаю, вы видите. Все, я вцепился. Погнали, пацаны. 1800-900. 1900, и прыгнул на 1700. Так, у меня горит тачка. Нет, 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 живи. Живи. Я, кажется, все. Завещаю свой канал кому? Ну, точно не Юрке. У меня все горит. Я все равно продам. Да, вот именно, поэтому я тебе не буду завещать ничего. Но, короче, я падаю, слава богу, уже плюс-минус я долетел. И бада-бом! Пум! Чего? Меня еще хорошо откинуло, подожди-ка, я еще живой. Ты так протрещал, что я даже не понял, что там. Подожди, подожди, подожди. Надо лететь за ним. Да, все, он приземлился. Короче, он приземлился, приземлился пока что вот здесь. Конечно, он скатился, но плюс-минус где-то здесь мы и ставим отметочку. Но он взорвался практически уже на финише. А это не может не радовать. А у тебя что? Я понял, что такое гетто. Ладно, ребята, возвращаемся тогда и уже будем спавнить тачки на 4-й раунд. Итак, ребята, спавним машинки. Я 3 уже. Плюс мой экстра балл по баллам 2. 1. Так, хорошо. Гена, все просто. Просто все хорошо. Так, у тебя что? Блин, плохо. Феррари летает. Да. Да. Ну, это такое. Блин, а новый джип летает или нет? Такое.
Проверь. Ламба. Ну хоть ламба, хоть что-то, друзья. Плимон, потому что не летает, атаман. Пускай он будет лучше атаманом, но не у меня в серии. Каждый прыгает, Олег. Ну лучше, чем то, что у меня было. Попробуем, ребята. 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Сколько у тебя было? 1600. 2000. Чего? До свидос. Здорово. А мне просто интересно... До свидос, говорю. А, подожди, у меня облака. Я думаю, что за фигня? Давайте облака мы очистим, поэтому сейчас будет все четко у нас. А у Юрки будет все грязно. Да, я нормально. А, я на Вайнуде, брат. Падаю, походу, на дом Франклина. Вроде бы как, да? Нет. Нет. А мне кажется, я лечу на Экса точно, я очень прошу. Так, ладно, тачка понятно, куда приземлилась. Давайте посмотрим за Юркой, что там, где он. Не, экстра дальше. Слушай, я увидел, как ты падаешь. Экстра. Если так посмотреть, я сейчас прыгну туда, можешь увидеть. Там где-то мои угольки будут, вот где-то здесь. Смотри, вот тут у меня был экстра, вот он, короче, сгоревший мой Камарес. Ну и, честно говоря, ты... Понимаю. Ну, чуть-чуть не долетел, а балл-то твой, окей. 2-2 по баллам, ребята, идем на следующий раунд. В этот раз Юрка будет спавнить 3 тачки, я буду спавнить всего 2. Да, понимаю. Понимаю, но мы это не будем считать. Господи, что за техника пошла? Это мы не будем считать. Это мы тоже не будем считать. Так, и вот это мы не будем считать. Хорошо. Супра! Такое. А вот не знаю. Супра, по-моему, новая. Ну, вроде бы да. Недавно была добавлена, но... Посмотри, как она едет надо. А, так это не то. 1100? 1200? Давай, просто пердани 1300! Ну ладно, 1200 хотя бы что. Хотя на прыжке было 900 всего лишь. Такое себе. Просто, честно говоря... Печально, брат. У меня, ну, чтобы ты понимал, больничка. Больничка, это гетто, типа, где? А, ну да, у меня, короче, перчик. Ха, просто перчик. Чё там, где ты? Давай посмотрим. Сколько у тебя скорость была? 1200. У меня... Ема, ты летишь, а сколько ты разогнал-то? 1350. Да ладно. А, он летающий, смотри, какой легкий. Да, он просто парит. Слушай, на Мейсбанк упадешь, дам тебе плюс балл. Не. Ладно. А прикольно, кстати, можно попасть на Мейсбанк. Ребята, давайте так, если кто-то в серии из новых попадет на Мейсбанк, плюс один балл присудим, да? Да сразу выигрывает, это нереально. Ну, пускай, хотя бы с одного балла начнем. Ладно, ребята, а давайте тогда спать следующей тачки. 3-2 пока что. Экстра за мною, у Юрки 3 тачки. У меня 2 тачки и... Жук! Ну, неплохо. Сегодня просто куча крутых тачек, которые летают, ребята. А я отлетел. Понимаю, ждем тогда. О, улетающий Порш вроде. А второе что? Точнее, третье. Все понял. Если это тот Порш, то он сейчас улетит хорошечно. Лучше жука точно. Так, ну ты почисти там мне дорогу, потому что я хочу поехать уже. Я погнал, помчал. У меня даже нету Нинтера, это интересно. А значит не он. Не факт. Это значит не летающий. Я не прыгал ни разу, у меня обычно в байке он падает в серии. 1200. 1250. Ну такое. Опа. Так, пацаны, Мейсбанк, давай. А, не долечу, блин. Такой манящий балл, который нереально вообще поставить. Потому что надо, во-первых, не просто прилететь, а еще и засейвиться там. Не он, собака. Ну, как я и говорил, да, если нитро нету, значит, это не летающий. А у меня в итоге просто магистраль была. Ой, 1150 такое. Что так тебя коматозит? Ребята, получается, что 3-3 по баллам, 6-й раунд подходит к концу. О, да, я на магистрали, а ты уже падаешь в гетто. Такое себе, однако. Ну да, будет, получается, ну, да, крыша. Крыша этого курятника, на котором я уже бывал. Ладно, ребята, спавним тогда следующие тачки. В моем случае, опять-таки, это 3, наконец-то. У тебя 2. И давай смотреть. Давай. Toyota Camry, который не прыгает. Ладно, вторая что? Ламба? Мурсилага. Это не считается. Это что, обычная? Да. Да, это обычная. Так, и последняя тачка, ну-ка. Еще одна Камри. Ты издеваешься, что ли? Я с ней по Тойотам. Ладно, давайте мы, наверное, Тойоту удалим, потому что на ней мы прыгать не будем, а, ребята, будем прыгать на Ламбе. Я, мягко говоря, уже готов. Че у тебя? Это Шевроле СС. Ну да, кстати. Что, берешь? Не Купер уж, наверное. Ладно, выбирай. Купер такой себе. А я в итоге, ребята, погнал. Ау, это плохая ламба. Плохая ламба. 1050 только. Всего-то 1050. Я, кажется, прыгаю туда же, где и ты. То есть на ту же крышу этого курятника или нет?
Нет, я не долетаю даже. Я, короче, на грув падаю, прикинь. Сколько скорость была? 1050. У тебя что? Так, хороший рикошет. И я встрял. А ну-ка давай смотреть за Юркой. 1092. Ну ты летишь, ну, явно лучше. Лечу, ты летишь явно лучше. Слушай, ну хотя подожди. А ты на здание или поднял? Я до него упал. Ты, в принципе, туда же летишь. Нет, я дальше буду. Не-не-не-не-не, ты туда же летишь. Чуть-чуть дальше. Сейчас бы, конечно... А, блин! Если бы об дерево ударился, было бы намного приятнее, потому что отскочил бы, я был бы дальше. Ладно, ребята, 4-3. Седьмой раунд за тобою, окей. Тогда, я думаю, сейчас мне будет какой-нибудь чит в виде Дэвила, смотри. Я понял, Грути, это не считается... Ты что, Саня, спамишь? Это бывает редко очень. Ауди? Ну, сейчас Магнум будет, смотри просто. 3-2-1, Магнум. Это та? Не, не та. Подожди. Так, Белазик. Это не та. А, не та, она не прыгает. Это стопудово. Потому что я это уже проходил. Я уже... Это? Нет. Это тоже не та. Не то. Так. Так. Ну, такое по выбору. Выбирай. А мы полетели, друзья. Ты что там взял? Мерс, у меня выхода не было. Выхода нет. Скоро рассвет. Тысяча всего-то у меня. Ну я тогда возьму просто гоночный болид, потому что он будет ехать 1200 хотя бы. Обидно, но он не летает, как раз таки твой гоночный болид, поэтому у меня есть шанс. Тут... У меня есть шансы. Даже не 1200, даже 1300. 1300, вопрос куда полетит. Слушай, я ужасно полетел. Я, да, просто вниз, подожди, сейчас бы рикошетом... Я поехал. Так, грув открывай очаги, ладно. А, ты дальше уже. Ладно, ребята, тут, короче, получается все ясно. Ё-моё, фига себе. Ну да, ой, сейчас кинул еще сильно. 5-3 по баллам, восьмой раунд за Юркой. Угу. Да, хорошо. Ну, такое, ладно. Главное, что мой экстра, а значит нельзя просто дать тебе оторваться. Переходим к следующему раунду. Я Ваньку всегда говорю, ты можешь забрать экстра, но при этом в этих проигрываю в раундах. Ты видишь, что за тачка у меня сзади, брат? Да, неплохая. Вот именно. Так, три у меня. О, о, сто пудов, это оно. Нет, нет. Да-да-да, это оно! Нет, а я еще не сразу понял. Нет, так. Да почему, рандом? Что ты делаешь, ты? ТВ. Ой, хорошечно. Кто не знает, тот сейчас узнает, что это за тачка. Ну, блин. Ты сейчас что? Слушай, дай-ка я прыгну, потом ты прыгнешь, потому что я хочу тоже посмотреть за тобой. Да, ты перелетишь явно дальше, друзья. Охренеть просто. Я на грув падаю. Туда же, где и твоя формула была. Ну, возможно... Так, подожди, я сейчас еще прокачусь, да? Нет, подойди. Не прокачусь. Подойди. А все, я приехал. Еще я остановился прикольненько. Ладно, все, давай, погнали, смотрю за тобой. А, ускоряшку заработал? Ну да. Ты нажал сразу ускоряшку? Сколько разогнал? 200. Блин. Блин, куда? Летит-то хорошо. Обидно-то как. Потому так, что по баллам 3-6. Плюс ко всему еще и экстра у этого фуфла, вы посмотрите. Сам ты фуфел. Просто выпала тачка, которая хорошо летает. Ну да, она хоть и овощная во всем, но здесь она хотя бы летит. Ну мне поможет только Магнум, я думаю, или какая-нибудь РС-6. Слушай, может, ну запаска как-то хорошая, я островов не вижу. Падаешь? Вот все, тормозись. Фрись ее, потому что, ребята, это побить можно. Это можно побить, главное хотеть и главное... Рандом, ну давай, мы же с тобой нормально общались. А что по счету? 3-6. 6-3 мою? Да, 10-й раунд у нас. И, ребята, так, М-ка, Кадиллак. Ага. Так, Мерсик. Что у тебя? Спана и Ягуар. Ну такое. Я, короче, возьму эту М-ку. Попробую на ней прыгнуть. Я, конечно, не знаю, летает ли она, но мы сейчас это увидим. Так, спан убери. Мерседес старенький, нет. Давай. Да, хорошо. 1000. 1100. Давай. Да, отлично. Почти, ну, 1000 на прыжке было. Но она тяжелая. Спана, потому что она просто быстрая. Она тяжелая. 1270 у меня. Она тяжелая, брат. Я тебя тоже не вижу. А ты прямо на заправку падаешь, черная. А, плюс-минус. А, это мой тип? Ну, не на заправку я падаю. Я упал, где Франклин. Так, хорошо, рикошет, и я в итоге все. А я-то еще долечу или не долечу, вопрос. Не долетел. Ничего не трогаю. Встрял. Так, а я? Ну ты где?
Я дальше, брат. Я тебя не вижу. Я дальше. Я на доме. Ну да, плюс-минус. Я на доме. 4-6, пацаны. Просто очень сложно. Ну, тут просто по прямой я смотрел, как и рампа стоит. У тебя скорость такая была хреновая. Да, она, короче, потом она разогнала 1200 и только скинула 1000. Слушай, очень тяжело дается мне победа. 10-й раунд позади. Так это крашит? О чем? Ну, вот эта победа. Никакой победы. Toyota Camry. Так, лянча. Ну, мы выиграем, пацаны, мы выиграем. Не суть того, что экстрабал не экстрабал. Мы выиграем. Главное в это верить и главное, конечно же, хотеть. Так, это не считается... Хотеть ты можешь. Побеждать надо. Так, можно мне тачку, пожалуйста? Такая да тачку дай-ка мне. М6. Такое... М6. Ладно, надо выбирать лучше, потому что, ребята, на самом деле, 239 тут... Ну да, я выбрал. Блин, а я вообще каких-то два овоща, я вообще понятия не имею. Я выбрал. 4-6 говоришь, да, брат? 4-6. 4-6, подвеску поднять, броню убрать. Подвеску давай пробовать. Понимаешь? Ну, зачем? Чтобы не цеплялось. Так это все равно не влияет на скорость никак. 1100, 1300. Сколько? 1500. 1600. Я полетел, брат. 1500, 5-6, брат, да? Или сколько у тебя там? В смысле 1600? В прямом это же ламба. Она прыгает, у нее скорость под капотом 297. Понимаю. О, она еще, кстати, выравнивается в полете, нифига. Нормально, кстати, нормальная фишка. А ты где приземлился-то? Гроув-стрит. Гроув-стрит. Понимаю, ребята. А у меня вайн вот, и это говорит о том, что 5-6. Очень тяжело дается победа. Очень тяжело. Но победа будет сегодня, ребята. Победа будет. У тебя, как говорится, где-то маячит. 11-й раунд позади. Мы спавним следующие тачки, пацаны. Сколько раундов-то всего у тебя? 15. Всего 15 раундов, как и обычно. Понимаю. Тесла. Это тоже какая-то обычная, что ли? Подожди-ка. Нет. Римак. Это Римак, да. Римак не летает, два я точно помню. Между прочим. Блин, ага. Электрокары так, не тают. И... Так, АБХМ8 новенькая. Что? Это что за говно? Это говно? Что? Подождите-ка, ребята. Как тебе такое? И это не стандартная машина. Подожди-ка. 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 Не-не, ты чуешь, что у меня? Ну, у меня маленькая летающая тачка. А почему? Под капотом все 300, а едет всего 850. Да-да-да. Почему? Блин, ну Римак бы тоже не полетел бы. Это просто обманка века, ребята, смотрите, меню. 351. 1750, братан. 351, а падает всего-то в озеро, блин. Фуфлянская тачка. А много таких тачек, на самом деле, очень много. Охренеть, и он, кстати, возможно, и перелетит. Не, не перелетит мой экстра старый. Ну нет, но прикольно летит. Он не долетит. 7-5 по баллам и остается всего-то, ребята. Всего-то 3 раунда. 7-5, мне надо все 3 раунда тащить, иначе все. Иначе я пишу пропало. Долетел. Я видел. Я видел, и, ребята, возвращаемся тогда. 7-5 по раундам. Я же говорю, очень тяжело дается победа. Но она будет сегодня, пацаны. Сейчас нет, мне выпадет магнум, поэтому будет все четко. Давайте удалим вот это все. Ай, блин, давай, обидно. Давай, спавни тачки. Давай. Нормально? Понимаю. На чем поедешь? Не знаю, спавни ты. 154. Так, у этого говна. Так, Aston Martin новый, кстати, который... О, 162. Понимаю. Понимаю, ребята. У меня даже нитро нету, это не она, собака. Понимаю. Должны. Так, что тут нитро есть? Нитро тоже нету. Что-то я немножко сейчас нафуфлядился, все такое ощущение. Ой, да ладно. Ой, да ладно. 1200. А я уже расстроился. Че, 6-7, брат, да? 7, да, или что? Вчера ты высоко полетел. Я очень высоко, да? Я очень Блин, высоко. На блауде, брат. Я тебя даже не вижу. А, вон вижу тебя. 6-7, да, пацаны. Так, надо еще, короче, на мейс сейчас приземлиться. И будет еще плюс балл. Тогда я победил. Но я в итоге приземляюсь просто в гараже, к автосалону. Понимаю. Нормально, кстати, приземлился еще и, короче, запарковался. 6-7, два раунда осталось. 14 раунд. Сейчас будет 14 раунд, да. Ребята, я же говорю, максимально потниковая серия. Вот обязательно за нее ставьте лайки. Мы максимально стараемся выиграть. Это Гроти. Так, Audi SQ5. Самолет не считается. Так, три тачки у меня. Porsche. Это что? Лянча. Это обычно? Лянч. Так, а Лянч, по-моему, летал же, да? Не знаю. Тропос это ралли, это не Лянч, дядя. Это Тропос. А, ну может, похоже. Это Тропос. Поэтому не надо мне тут обманывать. Блин, ну он багованный. Тоже меняем его. В смысле ты меняешь его? Он багованный. Мы его сюда всю дорогу меняли, но даже у тебя. Он считается, в счет вообще за счет идет. Ты фу,
Я на нем прыгал, у тебя же не надо. 181, а тут... Оооо, если это он, то уже хорошо. И бэх. А, Альфа Ромео. Ну, Титанчик. Титанчик, пацанчик. 7-6. Два раунда. Не-не-не, 8-6, ты чё? Уже 8-6. 7-6 пока, подожди. Это он. 1100. Ну, с карандом ты, мать. Ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Понимаю. Улетел, да? Ну, тут грув. Тут грув просто, пацаны. Тут грув, понятно все сразу. Ну, ладно, что там у тебя? Давай посмотрим. Ладно, 8-6, пацаны. То есть, мягко говоря, если мне сейчас падает Magnum, Бэтмобиль, летающая Бугатти, Феррари или же RS6, то я победил, да? Ну, как бы ничья будет у нас. Так же, да? У тебя понятно, что? Будет хороший рикошет? Нет. Ну, ничья будет. Чё, ты видел это? Да, видел. Нет, ты видел, как он проехал? Да я видел, как тебе везет. Офигенский. Ладно, тут понятно все с тобой. Короче, ребята, просто сейчас решит вопрос рандом. То есть, если он мне позволит выиграть, то я выиграл. Если не позволит выиграть, то... У нас разница в 2 балла плюс экстра. Я в любом случае даже... Если экстра твой побью. Не хватит тебе 1 балла. Ну, я знаю, он будет ничья, как минимум. Не будет ничьей. Давай. Понял? А еще? Так. А еще? Блин, ну ты... Зараза. Просто зараза. Ми-8, 261. Я понял. Ладно, ребята, рандом не дал мне победить. 8-6. Сейчас будет, наверное, 8-7, если не прыгнешь дальше меня, потому 8-6. Что у меня по скорости 1500. 1600. Нет. Нормально, кстати, Ми-8. 1600. Смотри, было. Не знаю, но такая была уже на сервере. Просто, как ты видишь, прыгаем на разных тачках, и по-разному они летают. У тебя что ты взял? Там Мерсик. Мерсик, да? Не знаю, что тут получше. Ну, я в озеро лечу. Вроде как, в первое только. Ну, не долечу даже. Не, не долечу. Ну, Мерсик такой себе. Ну, лучше большинства машин. 1350. Да. О, нормально. Хотя в бассейне искупался все же. Так, давай посмотрим, куда ты летишь. А, ну да, ты не долетишь явно. На Майсбанк. Итого, ребята, получается, что по баллам 7-8 плюс Юркин балл 9-8, к сожалению, 9-7 точнее. Да. И, к сожалению, я почти был у победы, я просто не повезло от рандома, рандом не выдал мне нормальные тачки. Но серия была максимально интересная, максимально была прикольная, то есть мы до последнего бились, и в итоге, ребята, получилось, что... Что все-таки получилось? Надеюсь, что нам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ссылка в описании. Инстаграмчик. Всем удачи. Всем пока. Пока, ребята.